пальмуки тут постелю на свежем воздухе. На солнышке. Да, моя девочка. Старушка наша. Отец Константин, как вам спалось? Прекрасно. Прекрасно, да? Сны были какие-нибудь запоминающиеся? Нет, сегодня, кстати, что-то из-за твоего душевного сна. Собаки только ночью как растявкали. Слышали, нет? Мешали, да, спать? Да нет, они один раз гул как подняли. А так, ну прекрасно. Ну, какой смех. Так, благочинный Владимир. Я с вами Владимир. Собакам варите, да, значит? Я понял, понял. Понятно. Когда ж у нас тепленький ветерочек-то задует, а? Дай ловко закрыл, а? А тут и ногти уже обжег. Иван Иванович пока спит. Стал не тревожить его еще. Эх, красота. Хотел с утра показать, как соловей чирикает, а он что-то перестал. У него все по часам, по минутам рассчитано. Холодно, он шуга даже. Вот этот сок. Он, видите, да? Это ледяной. Сейчас отогреется. Готовим ужин, обед, он же завтрак, на завтра, если останется. Вот курицу замариновал остатки. Опять в той же смеси. Это соевый соус. И вот этот вот сладенький курицы. О, как раз курицы. Это, кстати, совпадение. И тушника мы еще туда бабахнем. Будет у нас курино-тушеночная смесь. Ничего же страшного, Вова, если мы тушенку туда добавим. Нет, я думаю, одни плюсы будут. Вкуснятина. Сразу обжарилось все. Морковка пошла в ход. Мы сегодня с Володей вольер делали. Вкопали пока бревна. Иваныч тут. Сейчас надо помочь закинуть ему. Вот тушенка, которую с Юрком закатывали. Наверное, есть невозможно. Да, Володь? Хорошо, что мы эти бочки забрали. Сейчас как леса используются. Сейчас и рыба была бы, и рыбу туда. Не ходил ты на рыбалку сегодня? А, у нас же где-то рыба наверху вон еще есть, вчерашняя. Ну ничего, такая вкусная. А в лесу все вкусно, на свежем воздухе. Пальмушка наша лежит сегодня, не встает. С возрастом все-таки эти раны тяжелее переносятся.
Раньше на следующий день уже бегала, там такие дырки в ней были. Вот сейчас мы такие. Кто? Давай. Сейчас такие две пачки сверху засыпем и чуть водички добавим, огонь убираем, и пусть она тушится так. Все готово. Так, Коська, надо снять. Есть у тебя чем? Или подставку какую, да, где вы же там что-то находили, говорите? А? Засаем. Да, давай тут. Нашли же где-то. Так, давай, что, чай закипятить? Скипел? Ну, отлично. В магазине вон купили петрушку и мяту. Всю сейчас не съедим, наверное, пропасть может. С Володьки решили, в общем, посадить. Вдруг что получится. Она с корнями прям была. Сейчас мы целлофан сюда накроем, польем. В общем, такой эксперимент, так сказать. Как думаешь, будет расти? А? Мне кажется, будет. Два. Полили водички тепленькие такой. Приживутся. А мы кушать садимся сейчас. Весь день не ели. Сейчас первый раз. Так, в общем, друзья, кому не нравится, что мы выпиваем, смотрите третью серию, четвертую. У нас нифига нету. Домой поедем. Все, надо будет вести полы. Доски на полы. Доски на потолок. И будем второй этаж делать. Вот. Вот такие дела. Мы там мусор сжигаем. Мы там огородили камнями. И вон с Володькой вольер тоже делаем. Почти что сделали. Не пойду, меня уже обламывает все, если честно. Камера это... Потом посмотрите. Потом, да. Идет работа на высоте. А мы монтажники. А, не кочегары, мы не плотники.
На, вот так, возьми, подержи. Ты боялась, даже юбка не помялась, Кольмуш. Все. А? Ой, девочка. Кусаться пытаешься, ну, ё-моё. Юбочка такая. Моя девочка. Ну пойдем, иди, побегай. Весь день лежишь. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Костян готовится ко сну. Все смел, подмел, опилки, стружку всякую. Стелится. Не хочет он спать в четырех стенах. Костя вольная птица. Прохладно? Ну, очень прохладно было. А потом вперед. Вон та щель, блядь, оттуда задувало, нахуй. А, ты имеешь в виду здесь прохладно? Но. А, и тут был сквозняк, да, ну, такой? Да. Завихрялось тут. Сейчас я его открыл. И все, ты уже понял, да? Где законопатить? Понятно. Скоро теплый будет воздух дуть оттуда, а не такой холодный. Сполоснулись, помылись. Вода еще осталась. Пошел я, снял, значит, сок. Вот сколько получилось. Это кружка пол-литровая. И тут чуть-чуть. Тут всякие крошки, мошки. Все, убрал сверху. Ну так, чуть-чуть. Как говорится, в тайге каждая соринка, витаминка. Вот так вот. Так что ваше здоровье. Какая вкуснятина. Владимир Николаевич, не желаете отведать? Вкуснятина. Вся хворь сразу сейчас вылетит. Вкусно? Еще хочешь? Нет, холодный. Холодный, вот так вот. Ладно, оставлю, а тут мало. Короче, все отказались от березового сока. Пью его сам, один. Вкуснятина, особенно с конфетой. Конфета еще вкуснее. Мы, конечно же, знаем, что там нет никаких витаминов. Это мы так шутим. Мамуль вот эти витамины собачкам передавала. Вот они. Вот это чеснок. Не знаю, для чего он им. Это кальций. Это рыбий жир. Все. Вот тоже кальций. Ну, упаковка не от него. Вовка дает. Растут бестолковые. Да, тайга? А, тайга? Тайга. Вообще, как это, как волчонок какой-то. Мы, наверное, завтра с Иванычем поедем домой. Там кое-какие делишки поделаем. И опять сюда, через недельку. Тут много вон баклажанов остается. Я хотел эти пищевые языки делать, а не получилось. Думал, на избе будем. А мы оттуда быстро свалили. Сейчас я быстренько их пережарю. Потому что они
они, скорее всего, пропадут. О, о, запел соловей. Ну-ка, тихо. Ну, ну не мешай. Вот он на закате и на этом, на рассвете в одно и то же время. Вот он отлетел чуть подальше, вот как бы громкость ему добавить немного. Можно было бы. Сейчас мы сжарим быстро все и почистим водички тепленькой с маслом. Говорят, лучше чиститься с маслом. Вот Константин, отец Константин вызвался помочь. Да не, шучу. Хочу, чтобы запомнили они. Брат Константин. Брат Константин. Что, нормально чистится? Да нормально. Угу. А этот плохо обжарился еще сейчас чуть-чуть. Вот, друзья, получился такой салатик на скорую руку. Еще масло, я знаю, сюда идет сливочное. Добавили масло немного. И я вот, если честно, не помню, идет сюда лук или не идет. Он будет хрустеть же. Но помню, что обжаривать не надо было лук. Баклажан и помидор. Помидорки побольше бы. Вроде ничего сюда больше не... Ну, соль, перец, конечно. И все. Ну, так-то вкусно. Пробуйте, делайте так же. Только обжаривать надо хорошо, чтобы прям все мягонькое было. Чтобы можно было вон ложкой даже все вот это растолочь. Ну что, братцы, пойдемте греться. Холодно что-то, если честно. Вот у нас такой ужин сегодня. В общем, снимать особо нечего. Мы выключаемся. До скорых встреч, друзья. Ладно. Ё-моё. Пальмух, пошли гулять. Доброе утро, друзья. Вот такой вот погодкой нас тайга провожает. И встречала, кстати, такой же. Костяна там что-то подзасыпала. Отец Константин, вы живой? Костя. Вроде дышит. Ну-ка, фу! Фу, сказал! Как тут наши посадки? Тюмая. Лежи, лежи. Забираем мы пальмуху с собой, в общем, повезем. Да, Майя? Сейчас она пробегалась, сейчас вроде бегает. Проссалась. За два дня первый раз она писькала. Пописюнила. Какунить не стала. Ну, еще вся дорога впереди, да? В общем, не буду ничего говорить, как там заживает, не заживает. Просто тут, если оставить, может воспаление пойти. И нужно будет там скрывать, чистить. Ну как чистить? У нас, если как-то не так зашиваем, ну и жидкость вовнутрь идет туда, гноится, гной, воспаление, и мы надрезали всегда, и в надрез туда, ну то есть вытекало все, и в надрез левомиколь херачили. Сейчас вроде бы как бы тепло, надо было дренаж ставить, хер знает, как он ставится, этот дренаж. Да она вырвет его, дренаж этот. Ну, вроде ничего. Антибиотик вчера
поставил. Я боюсь, что они это. Не, ну, рюкзак же постоянно, то на улице в мороз, то еще. Боюсь, что он это испорченный антибиотик. Боюсь колоть. Вот так она вроде ничего. Да, моя девочка. Тут вот подсохла. Подсыхает. Моя хорошая. Короче, у меня поживешь чуть-чуть. Моя девочка. У меня, да, у меня поживешь. Кусалась еще вчера. Коза. Рачельник тут у нас, конечно. Да? Полимушечка. Моя хорошая. Ой, запахи пошли. Брат Константин что-то тут варганит. Что тут происходит? Сгорел лук. Ё-моё. А яйца где? Ты начал готовить, а яйца-то нету. У тебя всего три ингредиента. Три. Помидоры, лук и яйца. А, ну масло. Соль. И уже в просак попал. Ё-моё. Так, Иван Иванович, подведение итогов. Что это? Поездка как была? Нормально, плодотворная. Плодотворная? План, сверхпланом, да. План выполнил, да, опять? Перевыполнен? Перевыполнен. Отлично. На 120%. На 120%. Хорошо. Это хорошо. Учитывая сложные погодные условия. Да, еще и плюс это. Совершенно нежелание работать в такую погоду. Но все, мы здесь пересилили себя, Владимир Благочинный. Еще Вову довезли. Вову довезли. И самая Костю. Поездка наша была, правильно? Цель поездки. Да, цель поездки была такая. Вова все забыл, все, что мог, он все забыл. Взял только рюмки. Я. А, это ты взял. Костя, так что... Не грелся котелок? Костю не отвлекай, у него вот сейчас пока... Так ничего не получается. Система не перезагрузилась с утра. В одном направлении пока что. Конечно, помогаю, он же по одному будет носить их. Сколько надо? Да блин, с десяток, наверное. Солнышко вроде пытается пробиться. А Володя мне показывает, какие у него снасти есть для рыбу брать, чтобы. Но это закрывает. Надо это мы донки понаделаем. Надо грузило нам. Вот эту открой, покажи. Это все на зимнюю рыбалку. Это все зимнее, зимнее, зимнее. Пули, мормышки. Так, короче, надо грузило. Ну, там, если что, гайки какие пооткручиваем, ничего страшного не будет. Перетрутся, блин, херово. Леска перетрется об гайки. А если вот рюкзачки? Надо это, раздолбать, ну, какой-нибудь аккумулятор, да, попереплавить, да? Взять ложку и в ложку попереплавить. Ну, сколько ты сыпал, я не смотрю. Хватает, да? Где я грузило, покажи. Тут течение, в принципе, небольшое. Не-не-не. Накрыть надо и все. Так, ладно. Ну что там нам брат Константин приготовил? Ё-моё. Да я такое не видел в лучших ресторанах Лондона. Не то, что яйца. Знаешь, почему не видел? Потому что я там не был ни разу. Ой, блин. Петрушку даже не будем сыпать сверху. Пусть растет. Не знаю, как получится. Мне вот, Иван Иванович, на том месте жалко больше всего, конечно, черемшу, которую мы с тобой собирали, ходили по лесу, выкапывали, пересаживали. И там она сейчас будет для кого-то расти. Ну, пусть растет. Да мы же не сидим, приедем. А, ну да. Вот такой завтрак у нас. Володя, чего ты мечешься, а? Ага. Че? Ч?
Чё ты не ешь, не садишься? Чё надо? Сахар? Да кофе, кофе здесь. Ага. Да ты скажи, что ты сказал? Ну он же показывает тебе. Чё, не понимаешь, что ли? Просто сюда. Чё надо? Вот он мой кофе, мой кофе. Ну какой карандаш этот сделал, Миша. Володь, на, чтоб такие же научились. Да, чтоб нашли такие же. На деревьях растут. Чё, не веришь? Миша где-то нашел. Да я сам же. Я стержни привезу такие, чтоб сделали несколько штук. Сможешь? Разноцветные какие-нибудь, можешь. Сможешь такой сделать? Сможешь? Справишься? Ну, слава богу. На, Иваныч. Только это, ну я это вывел, нет? Ага. Надо такое дерево, чтобы с коровой осталось. Да, да. А башни какие? Пожми, как а нет, там пошел. Не получится. Мы же сейчас уедем. Володя собак отвел отвезти. Давай, все, через неделю приедем. Доброго пути. Ага. Здесь не ешь, на новом месте нас. Как он не ешь? Все, давай, Володь. Че, как табачок, кстати? Табачок нормально. Хороший? Да. По качеству. Импортный. Ладно, что, давай гостим. Давайте. Удачи вам. Ага. Дороги. А вообще, говорят, у нас удачи не желают у охотников. Удачи не видать. Ну мы теперь какие охотники? Мы ж пасечники. Все, пасечника можно. Можно отдачи ехать. Все, пока, моя девочка. Пока, моя хорошая. Пока. Место. Что-то вот не пойму, они что-то какие-то косячные, что ли, эти рации. Ваня. А что, ты включил рацию? Включил. Говняная рация, в общем. Лежит просто так, выключена и разряжается. Вот что к чему. Все время лежала выключена. Ван, ага. Ни разу я не пользовались, стоит капец. Чё, не прорвался? А? Разряжена рация, сейчас потом сделаю. Или такая же херня. Вон вдоль сопки, тут вроде камень. Или нахер. Чуть-чуть туда не выскочил. В общем, почему-то одна бракованная рация разряжается сама по себе. Остальные вроде держат заряд. Чтобы батарейку отсоединять, надо болты откручивать. В общем, лотерея. Повезет, не повезет. Как обычно с китайскими товарами. Так-то у нас предыдущие модели вот этих раций были хорошие. 5 лет они, верой и правдой. А тут что-то не пошло.
Пошли. Раскисла дорога, конечно. Там хоть рули, хоть не рули. Она едет куда хочет. Хорошо, а тебе с лебедкой-то передней. Ну как-то же ездили, помнишь? Надо было разгону больше брать только. Прицеливаться примерно, направление брать. И собаки не жалели в беге сил. Я бежал твоим букетом дорожа. И запутавшись, забор околесил. Нормально тогда протаяло. Хорошо, что бампер там маленький, прям и не торчит. А вон у тебя какой план. Может, воды в омывайку залить, пока есть возможность. Есть что. Так, сейчас посмотрю. Как тут и было, я вам скажу. Ой, Иваныч, зверюга! Ну? Че, я пешню не буду, а? Хорошая машина. Хорошая машина, отличная. Мне нравится. Морали. На Вольве мы бы так тут не проехали. 100%. Тебе тоже так кажется? Вот до туда бы еще, может, доехали, а вот здесь уже точно нет. Ладно, поехали. Шутки шутками. Прибавутки. Крышки флакон. Помню, пиво носили в бидоне. Ругался на это весь двор. Малышка, вот так, вот так, отлично. Отчизну, что все же живет, и за то, что однажды попели Гагарин.
Еще были у нас советы такие, что делать переезды с каких-то металлоконструкций. Ну, какие-то рельсы или швеллера. Дело в том, что у нас постоянно шныряют машины в поисках черного металла с воровайками. Уралы, 131-е. И, ну, я думаю, недолго проживет эта металлоконструкция на этом переезде. Хоть они и понимают, для чего это людям. Ну, люди так вот выживают у нас, так сказать. Спилят, попилят все бензорезом и все. Я здесь не стал проезжать, ну, чтоб я одной колеей ездил. Здесь буду добивать уже, а здесь будет объезд такой для маленьких машин. УАЗики, там мотоциклы. В общем, как-то так. У нас был такой вариант делать, типа, мосточка такого съемного, чтобы на, ну, лебедка его раз затащили. Но он будет, скорее всего, с каких-то бревен, со сруба. А на весну мы его тросом будем привязывать к дереву, чтобы он далеко не уплыл. Но это один из вариантов ремонта дороги, потому что ездить мы сейчас будем сюда постоянно. И мучиться нам не очень хочется. Но мы что-то придумаем в конечном итоге. Но это будет, скорее всего, не железо. Потому что, как я сказал, это все распилится и увезется. И будет благополучно сдано на металлоприемный пункт. Конечно, мы там это найдем в конечном итоге, но здесь этого уже сооружения не будет. Котька нам тут дровишек навалял. Все сложили. Потом подсохнет. И кто-нибудь стопит. Тут колеи понарезали. Иванычу плохо тут ехать. Да тут кому угодно плохо ехать. Ты что, хочешь объезд сделать? Вон, блядь, не чапит. Такая. Ну, если такая, то точно чага. Ну, сидит кто-то. Нет, сидит кто-то? Не чага. Вот опять тут видно, березина упала, и никто не хочет чистить. А все мучились вот здесь. Вон, спокойненько, прыг-скок. Прыг-скок. И вот этот лафтак объезжаешь весь. Никому надо не показывать, что тут объезд мы сделали, да? Давай заложим, но батя говорит, обратно заложим. Чего старушка тут наша, а? Эти мои. Вон кап ольховый спилили на поделке. На поделке. На ручки. Андрюха Ванькин, братан, ручки делает на ножах с капа. Чай попили, все, едем дальше. Все, тут уже растаяло, надо здесь ездить по мосту. Мост этот надо беречь. Шапка улетела. А с этой шапкой на голове камеру не наденешь. А шапка, ох, хорошая какая.
Букарашка. Погода резко меняется у нас. То солнце, то дождь. Сейчас вот снег с дождем. Светит, друзья. Иваныч сзади на букарашке на своей шпарит. Настроение хорошее. Прекрасно, я бы сказал. Малышка моя едет. Хорошая моя старушечка. Обожаю эту машину. Ни на что ее не поменяю. Ни на что. Все можно поменять, купить, продать. Надо справляться и ухаживать за тем, что есть. И она повела меня так, как проводят слепые. И когда чем-то твердым парадно мне дали по кумполу, эти милые ножки изящно мне пнули парты. Шелочек был цветной, а фраеров лишка, а я насквозь блатной взял всех на перышко. А я насквозь блатной взял всех на перышко. И сердины вокруг, и огни заиграли, как в цирке. А потом, как обычно, что даже рассказывать лень. Но когда я шагал коридором знакомой бутырки, вспоминал, почему-то лежит сиреневый день. Чулочек тут смешной, что по ноге плющом, а я такой блатной на 10 лет еще. А я такой блатной на 10 лет еще. Мне, кстати, часто пишут, говорят, Леха, не пой, типа, что-то не растет кокос. Знаете, вот когда я перестану видеть на эстраде всяких Басковых, Бузовых, Киркоровых, я тогда перестану петь, но не на камеру. Ой, точнее, на камеру перестану петь. А я как пел, так и буду. Я всегда так себя веду. Это мое естественное поведение. То есть я всегда за рулем, включаю музыку и пою. Мне так как-то проще ехать. Не скучно, что ли? А если ночью в сон не клонит? Так что извините, братцы. Чье ухо режет? А вот и град. Капец, блин. Это все за весь день. Долго едем, правда? Но ехать-то надо. Вот видите, друзья, северный склон, получается, сопку объехали, а тут снег еще лежит. Он долго тут будет еще лежать. Ну как долго? Ну, недели полторы, наверное, может две пролежит. Это вот, который выпал вчера. Ну, со вчерашнего дня, получается. У нас погода отличная опять, друзья. Концерт продолжается, блядь. Сидим, пацаны, за скатеркой накрытой. О былом вспоминая, с
вспоминая нас пор. Заведем меж собой разговор несердитый. Корешовский мужской разговор. Посидим, пацаны, все былое отложим. Жизнь и так пролетела, пролетела мельком. Нас не вправе никто попрекать нашим прошлым. Кроме нас, да и тот под хмельком. А может, мы неправильные люди, и, может, ошибались иногда. Но все, что с нами было и что будет, пускай дождется Божьего суда. А может, мы неправильные люди, и, может, ошибались иногда. Но все, что с нами было и что будет, пускай дождется Божьего суда. Согласитесь, так веселее ехать, а, братцы? Когда старушечка еще шпарит. Так, ну что, друзья, мы тут все уже спускаемся. Это вот уже вот этот спуск длинный, затяжной, где связь берет. Так что добрались. Старушка наша не подвела. Потихонечку, аккуратненько, все. Все спокойно, в общем, без всяких эксцессов. Так что справилась. Спасибо огромное ей. Но я ее еще поблагодарю. Я всегда ей говорю спасибо, когда все хорошо. Да даже и плохо, она все всегда привозит нас. Ну, почти всегда. Почти всегда. Так, ну, вам судить, в общем, как поездка наша произошла. Кому понравилось, кому нет, ставьте. Оценивайте, лайки, дизлайки. Это важно. Это я должен это видеть. Если людям не нравится, то для чего тогда продолжать эти съемки? Так что, как говорится, все в ваших руках. Ну, если не хотите пропустить следующие какие-то наши поездки, ну, подпишитесь, если вам не сложно. Вот. Так будет и нам попроще с поездками. То есть, если нас больше, то, соответственно, и просмотров больше. Ну, в общем... Может, реклама какая нам попадется, неплохая. А то только онлайн-казино, FTC, вот эти всякие. Да, что еще? Ну, ничего порядочного, пирамиды финансовые. Кстати, ребят, если кто-то, эти менеджеры, вот эти рекламные, ну, вот с этих вот, кого перечислил, FTC, пирамидки, казино, вот эти, которые говорят, сейчас мы тебе счет сделаем, покажешь там, что все четко, выигрыши. Не заходите, пожалуйста, на канал. Я FTC я уже нахрен посылаю, ну, только в более жесткой форме рекламщиков. Уже говорю просто, что я не буду ни за какие деньги вас рекламировать. Вот. Казино также. Так что не тратьте ни мое, ни свое время вот на вот эти... Так, друзья, камера села, поставил другую батарейку. Второй раз уже. Не дотянула она на сегодня. Так что с рекламами определились. Если ребята эти смотрят, то, ну, не надо писать. Вот. Так, что еще хотел сказать. Следующая поездка у нас будет, нам надо будет перевезти пчел туда. Ну, дорогу сейчас посмотрели вы и, соответственно, мы. Нам как бы лучше виднее, как дорога. Телевизор не может это все, ну или экран передать, как, в каком она состоянии. Ну, в принципе, перевести можно.
аккуратно, потихоньку можно перевести, если их как-то закрепить. Ну, в общем, по-любому будем перевозить. А как получится, вы сами это все увидите. А, в комментариях видел, Серега писал, который передавал мне кружку, конфеты там. Сереж, я получил подарок твой, спасибо большое. Лёва передал. Ну, ты сам видишь, какая дорога у нас. Сейчас у нас все немножко устаканится. Я эту кружку, она у меня дома. Я обязательно ее... Там кружка с моими фотографиями. Просто где-то их взял, я не знаю. Ну, спасибо за подарок, приятно очень. Лёха, твои ремни, которые ты нам передал, ну, мы это обязательно покажем. Тут не до ремней было, братишка, сам видишь. Так что ремни твои люди заценят. Отличные. Я вот, ну вот я хожу в нем, и Иван ходит. Лямки вот эти сняли, которые, ну, я тебя просил сделать, они сейчас ни к чему. Это вот на охоту пойдем, мы с этими лямками пойдем. А так пока... Вот, пальму вывезли. Я уже сказал, почему. Мне надо за ней понаблюдать. Она будет сейчас дома у меня жить. В следующий раз поедем, завезем, если все в порядке. Да, все будет хорошо. Ладно, вот такая поездка. Не буду вас задерживать. Большое спасибо, что смотрели. Ну, все. Всего доброго. Будьте здоровы, друзья. Надеюсь, вам все понравилось.